Мы живем в культуре успеха, даже успешного успеха. Нас программируют буквально на то, чтобы мы добивались чего-то. 73% представителей поколения Z, молодые люди, которым там 18-28 лет, вот, они не хотят работать на дядю, вот из всей этой когорты. То есть кто на них тогда будет работать? Или они сами будут только отдельно трудиться? Что это за производство такое, на котором один человек работает? Ну вот нам создали эту программу. А насколько она вообще для человека органична? Да он услышал, да, что лучше вот как-то, чтобы ты сам сидел, бизнесом рулил. Хорошая программа, я за. Но насколько человеку подходит? Насколько на самом деле это соответствует его внутренним потребностям? Насколько он будет счастлив, если это так и получится? Вот вопросы, которые мы должны задавать вот этим своим внутренним установкам, к этим программам, которые культура нам дает. И если она действительно бьется с вашим внутренним миром, есть в этом такая дело потребность? Прекрасно, пожалуйста. Вот. Если нет, то не надо попадать в это стадо, понимаете, которое идет к успешному успеху, ломает себе там шею, жизнь, судьбы и психическое здоровье. Я как психиатр не могу этого не отметить.